Почти полтора часа споров. Именно столько понадобилось депутатам Горсовета, чтобы утвердить обращение к президенту Украины с просьбой вывести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который расширит полномочия органов местного самоуправления. Это позволит им вводить моратории на застройку отдельных территорий. По словам мэра Одессы, это даст возможность остановить строительство многоэтажных зданий на побережье и в зеленых зонах. И мы попали в ситуацию, когда до нас были проданы практически все объекты коммунальной собственности, находящиеся на побережье. Были проданы. Естественно, после этого, ну, насколько это естественно, что человек, который купил, оформил себе землеотвод, участок, и планировал реализовывать, и такие объекты еще есть, те, о которых мы не говорим, о них сегодня ничего пока не строится. И думаю, что не будет строиться, по крайней мере. Но я вам скажу, когда я сегодня говорил, пытался, чтобы меня услышали те общественные организации, общественники, общественные организации, люди, которые пришли сегодня, насколько их сегодня обманывают. О том, что, и мы покажем документы, наши попытки, когда отменили, даже есть у нас решение, когда зонинг отменили в отношении определенного участка. Соответствующий проект поддержали 50 депутатов. Но вот депутат Ольга Квасницкая назвала обращение популистским и вступила в словесную перепалку с мэром. Громада від нас чекала політичного рішення від вас, як міського голови, з приводу тимчасового мораторія, тимчасової заборони на прибережній смузі в рекреаційних зонах. Чому чекала? Тому що ми всі з вами бачимо, що відбувається з забудовою. Ми, крім того, з вами розуміємо, що законом, земельним кодексом, водним кодексом, навіть законом про містобудівну діяльність передбачається така можливість, тому що, я маю на увазі, ми можемо використати цю можливість, тому що у нас з вами є розуміння, що ці території мають спеціальний статус і спеціальний режим господарювання. Це визначено в законі і є там певні заборони. В вашому виступі прозвучало таке слово – прийняти політичне рішення. Хватить приймати політичних рішень і дурити народ. Говорю по-простому. Нужно приймати рішення, які будуть давати нам можливість діяти, а не зробити політичні заявлення, на которые посмотрят, усмехнутся люди, которые имеют, являются собственниками участков и так далее, и так далее. И будут дальше на основании всех документов. Депутаты проголосовали за снижение тарифов на тепло за декабрь до 8%. Тут же после принятия постановы мы как коммунальное предприятие, как субъект, который подпадает под ее действие, начали проводить соответствующие расчеты. Подчеркиваю, это не быстрый процесс, потому что расчетов достаточно много. Первоначально цифры, которые были озвучены о том, что снижение будет на уровне там, до 8%, они сегодня подтверждаются. Наш первоначальный расчет был верным, поэтому снижение в Одессе произойдет на уровне, который будет там, рассчитан до 8%. Почему говорю до 8%? Потому что есть разные категории потребителей тепловой энергии. Это население, бюджетные организации, религиозные. Поэтому давайте сейчас акцентируем внимание до 8%, а дальше уже, как говорится, все увидите в платежках. Отметим, что на этой сессии оказалось под вопросом существование фракции самопомощи в Горсовете. Ольга Квасницкая вышла из рядов политсилы, в которой без нее осталось всего 4 человека, при 5 необходимых. Секретарь Горсовета дал время депутатам на устранение нарушения регламента время до следующей сессии. Также было принято решение уменьшить долговую нагрузку на теплогенерирующее предприятие города перед Нафтогазом. Дмитрий Богомолов, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».